Друзья, приветствую всех! Добро пожаловать на канал и на нашу трансляцию. Меня зовут Денис, это канал нюансы сорсинга. Мы уже традиционно встречаемся здесь каждую пятницу, скажем так, каждую четную пятницу, для того, чтобы сделать ревью на какой-то крутой сорсинговый инструмент, выбираем, который мы все вместе в канале. У меня в Телеграм-канале можно проголосовать и, соответственно, выбрать, какой инструмент будет а, разобран мной следующим а, номером, соответственно. Те, кто еще не подписаны на мой телегра Телеграм-канал, прошу прощения, подписывайтесь. А, те, кто не подписаны на YouTube канал подписывайтесь, потому что здесь раз в неделю появляется годный контент по сорсингу и по привлечению талантов. Сегодня мы будем говорить о таком инструменте, как Джем. Это CRM-система для рекрутинга. Давайте подождем еще, пока к нам присоединятся все желающие, и будем начинать. Друзья, CRM в рекрутинге – это очень важная история. Да? То есть это, по сути, ваша история построения взаимоотношений с кандидатами. Очень важно относиться к этой истории – как долгосрочное, а не как к чему-то короткому, да. Поэтому, значит, недолго думая, давайте приступать, друзья. Итак, как выглядит джем в, 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 на домашней страничке этого инструмента? Как вы видите, здесь сосредоточена следующая информация. Здесь, верхнеуровнево идут показатели воронки, да, то есть то количество писем которое вы отправили. Здесь, обратите внимание, можно поменять период, посмотреть, какая у вас статистика в среднем да, там за последние 7 дней, например. Вот за последние 7 дней мы отправили 990 сообщений. Обратите внимание, что, что удобно, да, что здесь вот эта стрелочка, она показывает изменения относительно прошлого периода. Вот, это такая сразу вот аналитика, знаете, аналитика на входе, что называется. Вот, э, значит, всего это количество сообщений было отправлено 866 респондентам, да. А, ну и далее, соответственно, информация: 143 из них открыла эти письма, 132 ответила и только 20 из этих 132 оказалось заинтересованными, да. То есть мы сразу с вами попадаем вот в чем крутость Джема в том, что а, весь его функционал абсолютно, ну вот, логично, интуитивно понятный и, соответственно, в нем не нужно долго как-то копаться и непонятно как разбираться, вот. Но мы с вами тем не менее пройдем по э, всему основному функционалу, да, который у него есть. Значит, э, обратите внимание, что в режиме домашнего экрана, да, то есть э, страничка Home или же Overview, э, здесь мы видим перечень определенных Здесь это называется sequence, да, recent sequences. Что такое секвенция? Секвенция, дамы и господа, это, соответственно, последовательность из писем, которые отправляются автоматически в определенное условленное время и содержат в себе, соответственно, конкретный контекст. Обратите внимание, если мы сейчас отправимся в раздел sequences, то здесь у нас с вами будет возможность создать новую секвенцию. Нажимаем на клавишу Create New Sequence. И что мы получаем, друзья? Мы получаем с вами меню настройки э, секвенции из email писем. Значит, нам необходимо дать ей название. Так, называем ее мы нюансы сорсинга, конечно. Так, к слову, друзья, вопросы ваши можно писать. Интересующие вас. Можно писать в чат. Я с радостью на них отвечу в конце стрима. Нюансы сорсинга. Поехали. А, значит, теперь нам необходимо выбрать от чего имени мы будем осуществлять эту рассылку, да. То есть а, обратите внимание, что здесь есть вот сейчас стоит от меня, а вот сейчас я могу выбрать, например, от моей коллеги, да. А вот сейчас я, например, могу выбрать от нашего нанимающего менеджера. Обратите внимание, что вот это поле, то здесь настраиваются таким образом. А, доступы, соответственно, к этим учеткам, что у вас есть возможность составлять имейл компании от кого угодно, да, то есть все, кто вам это разрешит делать в компании, вы сможете, соответственно, это делать, вот, ну, допустим, на текущий момент я отправляю от самого себя, итак, здесь, о чем идет речь, друзья, здесь идет перечень полей, которые можно использовать, соответственно, для персонализации этих писем с кандидатами. Например, я рекомендую всегда в теме письма использовать персонализацию. Соответственно, я рекомендую начинать тему письма с first name и, например, две стрелочки и название вашей компании. Да, например, в случае нашей это Ideals. И два знака вопроса вот таких вот. То бишь, что означает готов ли данный кандидат, да, видит ли он сейчас себя, как в формате перехода в компанию Ideals. То есть такой, как бы, знаете, широко понятный в узких кругах намек. Вот. Значит, дальше, соответственно, мы можем написать «Привет». И после чего нам необходимо, чтобы эта рассылка была применима к абсолютно любым профилям, которые мы с вами подгрузим в джем. Нам необходимо использовать вот такие вот специальные поля, да, для того, чтобы джем автоматически подставлял туда значение для каждого из кандидатов. Для того, чтобы использовать это поле в определенном месте в письме, необходимо на него нажать, и мы обратим внимание, как оно поместится, собственно, в, в то место, где стоит курсор. Да? Вот, и, соответственно, здесь мы можем с вами поставить какое-то веселое emoji, да, допустим. Далее. Значит, здесь мы пишем какие-то детали о вакансии. А, бла... Бла. Я сначала вам покажу, как создавать, а потом покажу на примере реальных наших рассылок, как выглядят эти письма. Бла-бла-бла. Вот, и здесь там Денис, да? Значит, далее, друзья, нам с вами... Обратите внимание, сейчас наша секвенция содержит в себе только один стейдж. Если мы нажмем на Add Another Stage, автоматически вниз будет добавлено второе письмо. Да? То есть вот Stage 1 Email, Stage 2 Follow Up via Email. Да? И здесь, друзья, вы настраиваете уже через сколько либо рабочих дней, либо просто календарных дней, это письмо будет отправлено. Что очень удобно, что Джем вам сразу показывает, в какой день недели э, произойдет получение этого письма. Соответственно, это круто, потому что я рекомендую э, каждую из э, э, писем в цепочке настраивать на определенный день и на определенное время. Я, в частности, э, рекомендую, чтобы один из этих дней был выходной день, да, то есть чтобы одно письмо из вашей рассылки пришло обязательно в выходной день, поэтому это удобно. Вы когда запускаете рассылку, вы можете сразу понять, какое письмо придет соответственно в какой день и тем самым постараться, ну то есть попасть вот, скажем, знаете, во все оттенки недели: понедельник, например, среда, пятница и воскресенье. Замечательно, то есть кому-то, ну как нравится получать эти письма на выходных. Кому-то по будним дням, соответственно, всем не угодишь, да, э, вот. Ну, таким образом, в какой-то из разов вы угодите каждому, вот. Это удобно очень. Ну и здесь, соответственно, мы выставляем время точное время, да, в которое приходит рассылка. Что касается времени, я рекомендую тоже экспериментировать, отправлять, например, в во время ланча, да, то есть во время обеденного перерыва, например, в четверг, или же, например, во вторник рано утром, да, в 8.30 или в 9.30, вот когда человек только просыпается, чтобы первое, что он увидел, было ваше письмо. Далее, значит, мы здесь также можем выбрать, каким образом это письмо будет отправлено. Здесь если мы выбираем «As a reply», имеется в виду, что оно будет отправлено в тред ответа к этому письму и будет являться ну, в прямом смысле фоллоуапом предыдущего. Но в частности мы можем настроить его как, как, как новое, да, то есть оно будет, может отправлено просто тому же респонденту, да, но уже как новая цепочка писем. Я так обычно предпочитаю делать с третьего тачпоинта. Э, таким образом получается, что э, мы отправляем два письма в одном трейде и потом открываем новый тред, чтобы его не спамить, да, и отправляем там еще два письма. Ну, в данном случае пока оставляем из reply Вот, значит, здесь давайте просто повторим. Я опять-таки сейчас покажу, как выглядит нас, ну, настоящая компания, да. Э -э Тут главное процесс настройки этой секвенции. Далее, друзья, нам с вами необходимо добавить. Another Stage, и для удобства я рекомендую сразу добавить четвертый, так как мы с вами обусловили, что их будет у нас четыре, да, первичная и, соответственно, три фоллоуапа. Значит, смотрите, здесь у нас, получается, письмо приходит, допустим, четверг, да, а вот, соответственно, это письмо мы хотим, видите, здесь стоит манды, но нас это не устраивает, мы хотим, чтобы оно пришло в воскресенье, замечательно, и не так рано, мы хотим, чтобы это было, например, в 13, 12.30. Супер. Значит, соответственно, например, это письмо мы уже можем отправить не как реплай. И, к примеру, поменять здесь тему письма. То есть, что имеется в виду? Здесь, соответственно, можно экспериментировать, да, и смотреть, что лучше работает для вас. Либо же это... Там, first name и название компании, либо же, может быть, это зарплатная вилка и название компании. В общем, что бы то ни было. Вот, но в принципе можно оставить тему той же и указать здесь ре, да, там, знаете, как вот, как, типа, мол, up. вот. Соответственно, вот таким вот образом это тоже может Работать однозначно. Здесь мы делаем третий стейдж, указываем, чтобы оно пришло а, в воскресенье, да, вот, и, соответственно, четвертый стейдж мы настраиваем таким образом, что там уже там небольшое расстояние между этими днями, да. Ну, и опять-таки, вставляя это письмо сюда, вот, мы а, таким образом создали с вами только что пробную тестовую рассылку, да. Значит, обратите внимание, нажимая на Next, Review, and Configure, мы попадем в меню настройки этой э, секвенции. Значит, соответственно, что здесь э, нам сообщается? Что эта секвенция содержит в себе 4 стадии. Да, 4 письма все верно. Э, значит, первое письмо из рассылки отправляется мгновенно. Это тоже правда. Мы с вами это сами сделали. Э, вот, ну и, соответственно, если все так то э, здесь нам необходимо внизу нажать Save. Но прежде чем мы это сделаем, друзья, мы пойдем посмотрим, какие здесь настройки. И здесь стоят очень важные настройки. На самом деле здесь речь идет о том, что э, будет производиться трекинг открытия писем, будет производиться трекинг э, ответов. Ну, в данном случае, да, то есть тут написано, что это трекается всегда. Э, ну, не обязательно даже это, это... Тут эту настройку включать. Вот, клик трекинг for links. Значит, это очень важный момент, обратите внимание, многие разработчики не любят, да, чтобы трекались клики на ссылки, что происходит, когда здесь стоит галочка, любые ваши ссылки, которые есть в письме, джем автоматически превращает в вот такого рода, вот как сейчас на экране, ссылки, да, вот zen.sr, слэш и так далее, то есть они выглядят стрёмно, я вот честно скажу, да, мы это, вот для технического рынка мы это в принципе не используем, вот, но, что мы как раз-таки очень используем для технического рынка, друзья, это последнюю опцию, да, которая гласит о том, что include an unsubscribe link, вот, я покажу сейчас, что это значит, это означает, что так как мы изначально не спрашивали у наших кандидатов, хотят ли они, чтобы мы им писали или же нет, соответственно, мы должны сразу наделить их возможностью э, отказаться от этой всей истории и сделать это добровольно. А, значит, как это выглядит, я сейчас опять-таки покажу. Поэтому настоятельно рекомендую, чтобы эта галочка была прочекана, особенно для девелоперов. Отправляемся вот сюда и нажимаем Save чуть-чуть не видно. Оп. Здесь вот есть такая замечательная клавиша. Нажимаем Save. Супер. И обратите внимание, друзья, мы уже с вами попали в меню самой секвенции. Да? То есть тут вот, соответственно, буд будет информация, когда мы запустим эту рассылку, она будет свидетельствовать о э в том, сколько было отправлено сообщений, сколько было в этом списке, кому мы отправили эти сообщения, да. Сколько из них открыла, кликнула, ответила и баунс, это удобно, кстати, да. Что удобно, что если у вас почта ваша не валидная, которую вы нашли, и она забаунсилась, да. Это когда то есть автоматически вам приходит в ответ на ваше письмо, письмо, которое сообщает, что это почта невалидная вот джем не считает эти ответы как количественно-качественные и относит эти письма в отдельную категорию вот это суперски на самом деле удобно сейчас я покажу вам друзья как выглядит соответственно печи на то есть реальные печи да и каким образом это работает. Вот уже обратите внимание, секвенция, которая содержит в себе 96, 94 респондента, да, а, было отправлено столько-то писем, бла-бла-бла и так далее. Значит, обратите внимание, здесь мы можем с вами отфильтровать по тем, кто ответили. Здесь все прекрасно а, видно в том смысле, сколько раз человек открыл это письмо, да. Если мы нажмем сюда, мы увидим всю историю его взаимодействия с этим письмом, то, как он себя вел, да, то есть вот он, окей. А смотрите, пришло, значит, окей, okay, пришло первое письмо. Он его три раза открыл, потом кликнул эту ссылку, эту, эту, эту. Тем временем ему пришло второе письмо. Он его два раза открыл и не успел моргнуть глазом, собственно, как пришло третье письмо, друзья. После чего у него уже было больше времени, так как мы выставили определенную паузу после третьего письма, и он, соответственно, открыл его шесть раз и после этого, друзья, он получил четвертое письмо и вот обратите внимание насколько интересное поведение, да? Сколько раз он его открыл, прежде чем ему пришлось ответить? Вот это очень интересный на самом деле такой э, ну э, модель э, поведения, которая в принципе может позволить вам лучше понять ваших кандидатов. Э, вот, соответственно, я считаю, что э, ну Джем и этим прекрасен в частности. Значит, здесь, соответственно, обратите внимание, да, к слову, чуть не забыл, у джема, понятное дело, как у всех подобных инструментов, есть расширение для Google Chrome. И работает оно таким образом, что, находясь в профиле у кого-то на LinkedIn, вот, например, Здесь не видно, потому что я не захватывал э, панель с расширениями, но име... То есть э, идея понятна: да, это обычная иконка расширения, находящаяся в панели э, справа наверху в хроме, вот, на которую, э, соответственно, нажав, появится вот такая вот рамочка. Вот с левой стороны обратите внимание, здесь такой вот джем и э, кнопочка Add Candidate. Если мы, находясь на этой странице, просто сохраним профиль кандидата в PDF. Только он скачается, он автоматически, обратите внимание, сейчас эта рамочка, она начнет, собственно, превращаться в нечто большее, да, и превратиться по итогу в такую панель, которая будет в себе содержать информацию о кандидате. Вот. А теперь, соответственно, мы с вами уже видим, что это созданный профиль этого кандидата в джеме. Да у нас с вами уже есть возможность добавить этого кандидата в конкретную конкретный проект, да, в данном случае, сейчас покажу, мы до проектов еще дойдем, но что самое крутое, что давайте я вот здесь вот сейчас, ну, во-первых, у Джема есть свой сервис, который может вам помочь найти персональные контакты, для этого необходимо нажать вот сюда «Find Premium Emails», и он через какое-то время, в случае если найдет, отправит вам на почту письмо, в котором скажет, что вот я нашел, соответственно, контакты, можешь, можешь им писать. Вот, очень удобно. Но, в частности, допустим, если у вас есть контакты ваши персональные, или, допустим, вы нашли его при помощи какого-то другого инструмента, как делаем мы. Например, я здесь напишу свое письмо. Ой, сори, напишу свою почту. Вот и обратите внимание здесь вот внизу этой панели можно этому кандидату мгновенно отправить рассылку, а, при том если мы сейчас начнем вот, пожалуйста, первая рассылка из списка это рассылка нюансы сорсинга, которую мы с вами создали. Что удобно? Мы перенаправляемся сюда, да? Что здесь появляется окошко по настройке этих секвенций, но уже с использованием имени кандидата и обратите внимание вы здесь можете просто-напросто пересмотреть как выглядит вся ваша рассылка перепроверить в какие дни она придет и соответственно ее отправить но что я рекомендую еще сделать давайте сейчас выберем отправку не нашей а настоящей какой-то из наших рассылок все равно она уйдет ко мне на почту так выбираем настоящую рассылку и Теперь обратите внимание, как выглядит, то есть вот уже теперь, ну то есть имя на латинском, да, подставилось к английскому письму, теперь все красиво. Более того, что вы в частности можете сделать по этому поводу, вы можете нажать «Send me a preview», да, вот таким вот образом, и нажав тут сразу удобно появляется «View», «Preview». E-mail, вы будете перенаправлены в почту ну, вашу корпоративную, собственно, и вы можете посмотреть, пожалуйста, как выглядит письмо кандидату. Ну, обратите внимание, все чистенько, красивенько, ну и вот так вот это выглядит в теме, да, там, то есть имя, две стрелочки и Прогматех, название, собственно, венчурного фонда нашей компании Ideals. Вот. Соответственно, очень удобно, да, вы здесь можете просто вот сразу прямо отсюда начать отправку этой рассылки. Ну, это очень круто на самом деле. И, ну, опять-таки, то есть нажимая Schedule Messages, там первое сообщение, как, как здесь написано, да, уходит сразу. Ну, и все остальные, значит, соответственно, по, уже по расписанию. Вот, давайте нажмем discard draft. Вот. Сейчас не будем отправлять этому товарищу лжерассылку. рассылку и вернемся к Джему, э, посмотрим, что же такое проекты, друзья. Проекты это по сути пул, э, воронки э, кандидатов, да, то бишь э, это то, куда вы можете, во-первых, подгрузить кандидатов при помощи э, CSV, да, то есть custom separated values. Вот и тем самым, то есть, как бы сразу собрав их где-то в одном месте, сформи сформировать воронку для осуществления речаута в джеме непосредственно. Здесь, соответственно, могут быть кандидаты, по которым происходит сразу несколько секвенций. Вот здесь вот удобно, что напротив каждого кандидата, если вы наведете значит, мышкой на название этой секвенции, будет видно: во-первых продолжается ли она, как, когда был отправлен последний тачпоинт, видите, например, вот в данном случае 5 часов назад был отправлен последний тачпоинт и так далее. Соответственно, здесь могут быть различного рода кандидаты, которые, опять-таки, могут быть задействованы в различного рода секвенциях. Допустим, вы хотите экспериментировать, да, вы хотите... Вы не уверены, что там такой формат аутрича работает 100%. Вот. И, соответственно, для этого создаете различные варианты, ну, для того, чтобы добиться максимальной эффективности. Вот, это все можно делать в рамках одного проекта, и, соответственно, создавая при этом разные секвенции, и ну, вовлекая разные воронки кандидатов в разные секвенции. Вот. Но при этом они могут находиться все в одном проекте это очень удобно. Далее, значит, функционал, который мне очень нравится. Обратите внимание, будь то в проекте, либо в секвенции, а вот здесь, вот в конце у вас всегда будет напротив каждого кандидата такой значочек. Нажав на него, мы, собственно, получим доступ к профилю. Да, вот такой, такой же вот появляется такая же панель, как и в... При сорсинге на LinkedIn, да, как вот я, я только что показывал, вот, и что здесь, соответственно, можно э, с этим сделать. То есть, ну, во-первых, вы здесь попадаете, вы можете попасть в каждого кандидата таким образом, что нажать на, э, ссыл, на его имя, да, то есть, теперь быть перенаправленным на отдельную страницу, которая будет, соответственно, в себе содержать информацию об этом кандидате. Э, ссылку на его LinkedIn проект, в котором он содержится, опыт его и так далее. Да? То есть вот таким вот образом. Здесь вы можете в частности, в случае, если вы, например, используете не только джем для осуществления речаута, видите, здесь вот полностью вся, вот удобно на самом деле, полностью вся история вашего взаимодействия с кандидатом. И тут можно залогировать какую-то еще активность вашу, например, логомитинг, митинг да, вот, и написать, соответственно, там, было интервью. Интервью. Оп, нажимаем. Пост. Можем сделать приватно, как угодно. И это появляется вот таким вот образом э, в вашей ленте активности. В частности, э, здесь, вот в, этом все, вот в этой всей истории, да, э, в случае, если это уже какая-то отработавшая секвенция, ну, например, э, вот. Давайте отфильтруем, кто там больше всего открывал. Вот, обратите внимание, каким образом, во-первых, интегрирована ваша Gmail почта с джемом. То есть сюда попадают, после того, как кандидат попал в джем, все письма, которые у вас происходят в Gmail, вся переписка, которая у вас с ним происходит, подтягивается сюда. И вот видите, то есть, соответственно, вот так вот выглядит стрим истории взаимодействия с кандидатом. В какой-то момент он э, кандидат забукал время у нашего рекрутера, да. Потом у них была переписка, потом он ответил и так далее. И так вот с момента вообще э, того, что кто-то посмотрел профиль этого кандидата, соответственно, э, на линке дыне. Джем фиксирует и эту активность. Мы сейчас перейдем к аналитике и э, покажу вам, то есть не только сколько было добавлено. Но он еще и фиксирует с установленным расширением для хрома, соответственно, какое количество профилей было просмотрено на LinkedIn. А, вот. Но, друзья, помимо того, что можно проваливаться в эту информацию вот таким вот образом, более подробно, да, опять-таки, находясь в любой секвенции, мы, вот у нас тот же, обратите внимание, мы сейчас отфильтруем, тот же Евгений Киев. Вот здесь вот рядом со значком LinkedIn, у нас есть с вами возможность нажать на эту замечательную иконку. И в связи с чем в правом углу появится, собственно, панель, которая будет содержать в себе абсолютно всю ту же информацию. Вот здесь overview это все тоже про то. Упс. И вот летающие экраны, как вам? Uh, да, вот тут, вот, соответственно, информация, которая содержится в профиле, uh, почты, имя и так далее, да. Ну, то есть, все, что есть, вот. А если мы перейдем во вкладочку Activity, то, соответственно, здесь будет вся абсолютная история, которую мы видели только что: вот там вот развернутую в профиле. Да, но uh, уже, скажем, не покидая странички с секвенцией. То есть это удобно на самом деле, да таким образом соответственно эту информацию все считывать вот и там эту информацию приняли к сведению пошли на другую кандидатку оп уже другая тут другая информация соответственно и другая история взаимодействия а, с этой кандидаткой вот соответственно а, ну на мой взгляд супер useful. вот а, любую секвенцию вы можете а, пошерить с вашим нанимающим менеджером для того, чтобы он посмотрел отчетность, при этом ему даже не обязательно иметь учетку в джеме, ну, опять-таки, это редкий случай, зачастую все-таки учетка у него будет, вот, но м -м -м, тут вопрос в том, что вы можете просто нажать, опять закрыл своей камерой, вот, здесь есть такая клавиша share, Соответственно, здесь мы выставляем настройку Share Sequence, вот. И вот по вот этой вот ссылке замечательной ваши э, teammates, да, могут, соответственно, э, получить доступ к просто просмотру этой ссыл, э, этой рассылки статистики по ней, соответственно. Вот в частности, вы можете направить это эту рассылку поделиться, да, эту секвенцию на конкретную почту нанимающего менеджера. Вот, вот таким вот образом, соответственно, вашего нанимающего менеджера уведомит, да, и нажав View Now, он будет перенаправлен, собственно, в режим обзора этой секвенции. Вот. Значит, теперь, друзья, что касается, да, кстати, к слову, давайте покажу вам вот как выглядит Unsubscribe Link. Значит, в случае, если вы указываете галочку Unsubscribe, Джем автоматически добавляет, вне зависимости от того, указали вы эту штуку или нет. Он обязательно добавит в конце всего историю: вот такую, кликнув на которую. Вот, но ну в данном случае мы этого кандидата, он просто не существующий, поэтому здесь так написано. Вот, но э, это, ну, то есть превью вообще как бы письма, да, соответственно, оно ну, было создано не под конкретного кандидата, а, э, то есть unsubscribe, unsubscribe происходит по конкретному кандидату, соответственно, вы меня поняли. Э, да, но вот таким вот образом это выглядит. Это очень э, гуманно и культурно, то есть вот учитывая то, что вы уже там питчите условно говоря без э, согласия, ну в каком-то смысле без согласия людей, хотя это все очень спорный вопрос и я бы на самом деле с этим э, ну парировал, в любом случае как-то работал с этими возражениями в хорошем смысле вот, но тем не менее это очень, э, ну скажем, гуманно включать подобное, подобного рода вещи, как unsubscribe ссылки в да, подобного рода рассылки Значит, друзья, помимо функционала, который мы с вами только что уже посмотрели. Очень удобно в джеме то, что вы можете выставлять сами себе напоминания по поводу конкретных кандидатов. Значит, каким образом это делать, сейчас покажу. Будучи, вот здесь, вот в правой части экрана, да, то есть в профиле кандидата, наверху есть такая вот календарик и написано Add Reminder. Нажав туда, вы, соответственно, можете выбрать конкретную дату и добавить заметку, которую э, вы хотите, чтобы вам напомнил Джем, да? Нажав ⁇ «Save». Так вот, э, обратите внимание, здесь появилась отчеточка ⁇ «Due». да? То есть это значит, что до 17 октября с этим кандидатом можно ничего не делать, 17 вам напомнит. И здесь ваша заметка, было интервью, да? Значит, смотрите, теперь что удобно? Еще я считаю очень удобно в этом всем, в этой всей истории. Это то, друзья, что вот здесь вот в основной менюшке есть раздел Туду, и здесь, соответственно, обратите внимание, последний а, кандидат, тот, который, которого мы добавили только что, и здесь висят, а, ну то есть все кандидаты, которых вы отправили себе в Туду. Это удобно, во-первых, это видно здесь, да? Uh, ну, соответственно, и у вас тут такой же доступ есть ко всем этим кандидатам. Зашли сюда, чик, чик, вот так вот их перепроверили, посмотрели. Uh, соответственно, потом выбрали все вот таким вот образом, да, и actions, remove reminder. И теперь нажимаем окей ok просто из выплывающего окошка. Все, получаем. Removed uh, date, date, of, date from Six People. Теперь у нас, соответственно, здесь должна пропасть пятерочка. Это в скором времени. Да, она должна пропасть здесь uh, напротив uh, to-do. Вот. И uh, таким образом, наш to-do-лист чист, а когда он не чист, соответственно, нам здесь об этом uh, всячески напоминают. Это удобно. Вот, почему не пропадает пятерка? Наверное, она так, там так долго висела, что ее уже это, посчитали. Uh, как это uh, ну, статической фичи архитектуры джема uh, да это смешно uh, значит помимо этого друзья вы в случае если вы ведете переписку не от себя а от нанимающего менеджера вы можете настроить различного рода темплейты uh, для быстрых ответов да что называется can response это когда, вот там, например, человек отказывается, а вы ему пишете, ну окей, хорошо, пока там, давай, мол, звони завтра, или что-то в таком духе, да. То есть такие э, однозначные темплейты, которые являются либо э, подогревающими, да. Прошу прощения, либо подогревающими, либо. Включилась Со всех сторон трансляции включились. Э, значит,. Сори, неожиданно ворвался Telegram-звонок в наш стрим. Э, ответы, которые не требуют какой-то модификации, только подставить, соответственно, имя. Вот и э, это может быть вот так вот э, по клику отправлено кандидату. Это удобно. Почему у меня здесь их немного? Потому что я в основном, мы в основном пишем от нанимающих менеджеров или от рекрутеров. Да? То есть функция сорсинга не выступает как дополнительным звеном, как бы в этой всей цепочке. Э, ну и соответственно. Uh, не усложняя это, соответственно, мне эти uh, can responses особо не нужны. Вот. Uh, также, друзья, что здесь есть крутого для нанимающих менеджеров? Каждый кандидат uh, может быть отправлен вами на ревью нанимающего менеджера. Uh, ну, например, да, то есть вот в, выбрав каждого кандидата, мы можем вот здесь вот выбрать... Сейчас, одну секундочку. Это нужно делать не из секвенции, а из проекта. Да, вот так вот. То есть мы выбираем какое-то энное количество кандидатов. Три, например. И здесь в Actions мы можем попросить джем Request Review. И здесь, соответственно, мы пишем E-mail нашего нанимающего менеджера, у которого мы бы хотели запросить этот ревью. И пишем дай свой ревью. Конечно, пишем гораздо более Полайт да, и так далее. Вот, Но сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, соответственно, отправляем send request. И обратите внимание, значит, вашему нанимающему менеджеру приходит замечательнейшее письмо, которое предлагает ему заревьюить троих кандидатов, да. Соответственно, перейдя по ссылке, обратите внимание, вы попадаете собственно в раздел review, который вот здесь вот был указан, да, ну и нанимающий менеджер, соответственно, ваш тоже. И вот здесь вот вам гласит надпись, что у вас есть 10 кандидатов для того, чтобы заревьюить. Нажимая review all, вы попадаете в такой крутой режим. Это вот круто этот функционал показать нанимающим менеджерам, да, в том контексте, что, окей, вот у тебя есть профили, так как каждый профиль это скачанный профиль с LinkedIn, да. Соответственно, вот он, пожалуйста. То есть нет необходимости там. Ну, в случае, если есть желание, можно перейти, да, как бы по ссылке нажав вот сюда. Но в целом нет никакой необходимости. Все то же самое. Ваш нанимающий менеджер может добавить заметку и а, выбрать свой ревью. Да, либо да, нет, либо топ. Ну, вот, например, топ. Да. И, пожалуйста, сразу же следующий. В данном случае видите резюме нету. Отклоняем. Отклоняем. Это тестовые, видно, какие-то были кандидаты. Ну, в общем, давайте. Окей, okay. да, нет, топ, нет, да. Все, как только это закончилось, соответственно, нанимающему менеджеру попадается, э, значит, появляется окошко, которое говорит, что все, кандидатов для ревью нету. И здесь, друзья, есть интересная статистика, которую вы можете использовать для понимания того, насколько качественно вы сорсите. Это статистика э, осуществленных ревью. Вы можете добавить здесь, соответственно, конкретного юзера, например, вашего сорсера или рекрутера, да, и посмотреть то, какое количество профилей, которые он присылает на ревью, опрувится, какое количество режектится, э, и, соответственно, тем самым сделать вывод, о том насколько качественная воронка у вас на входе, вот, значит, планомерно, собственно, передвигаемся к репортингу, да, здесь есть замечательная вкладочка Outreach Stats, которая, значит, соответственно, содержит в себе различного рода репорты, которые вы можете создать по каждой вакансии. Обратите внимание, очень удобно, да, то есть вот вся статистика понедельно если не хотите понедельно выставляете себе тут по месяцам, да, и смотрите, как это выглядит в разрезе месяца. Все очень круто. Ну, то есть, опять-таки, любой репорт интерактивный. Можно добавить различного рода фильтров по типу какая секвенция, кто отправлял, из какого проекта, какой тег использовался, в какие даты. Соответственно, Любой репорт можно сохранить. да, Например, Update. Да, и вот, пожалуйста, Create New. Overall Stats 2, например. И делаем Create New. И вот он уже у нас отдельным репортом. Вот здесь, вот в перечне всех наших замечательных репортах, репортов. Также это можно выгрузить в формате CSV если вы вдруг хотите там это, не знаю, куда-то еще пойти, визуализировать эту всю историю дальше, да, вот, вот здесь вот. И э, в частности, да, то есть настроить э, настройки шеринга, то есть, ну, по дефолту э, это shared report, да, но в случае, если вы хотите сделать его, например, каким-то персональным, то, ну, можно на эту настройку, соответственно, тоже воплотить в жизнь. Вот. Это что касается того, как выглядит э, аналитика, и, соответственно, ну, то есть, вот здесь, вот во вкладочке Reports, у вас есть список всех ваших изначально созданных репортов. Вот, вы можете включать сюда вообще сколько угодно разных э, секвенций, да, и сравнивать их, соответственно, вот таким вот образом по проектам. Вот здесь вот ставить историю по типу. Сейчас покажу. Вот, вот здесь вот мы выставляем overall, да, и обратите внимание, у нас тут идет отчет по на, консолидированный по нескольким рассылкам. Вот, мы здесь можем поставить опять-таки quarters, мы здесь можем поставить pass-through rates, и обратите внимание, здесь появится информация по поводу, собственно, конверсии, да, между этапами, тоже очень удобно. А, вот, Соответственно, вот эти вот все замечательные э, репорты можно кастомизировать и смотреть by team member. А, да, то есть вот, допустим, смотрите. Добавляем проекты еще какие-то. Добавляем проект. То были секвенции, теперь проекты. тут делаем overall. Соответственно, ну, вот таким вот образом, да, там team member, вот, и у нас уже, видите, отчет консолидирован только по а, конкретным а, членам команды. Вот, можно, вплоть до того, что по дням можно это настраивать, да. А, и вот таким вот образом, да, то есть, ну, вот здесь вот лучше, конечно, сделать в таком случае overall. Вот, видите? И, соответственно, наведя на каждую из вот этих вот историй в графике, меняются, соответственно, ну, блин, ну, в общем, короче, очень круто. Вот, обратите внимание, да, то есть, давайте я разумлюсь. То есть, наводя на каждую... На каждый день, да, вот если мы здесь переключим, например, это будут опять-таки недели, вот здесь будут крупнее, то Соответственно, вся эта история она интерактивная. Вы можете это сравнивать ретроспективно, неретроспективно. Вот, как он только э, заблагорассудится. И, друзья, э, последний, пожалуй, я думаю, да. А из основного функционала это в принципе все, что есть у джема. Но я считаю, что это и так. Ого-го, сколько. Значит, друзья, еще один функционал, который невероятно крутой и который позволяет вам работать с вашими воронками, вовлекать их снова через какое-то время. Например, там, да, прошло 3-4 месяца с момента, как вы запичили людей. И, соответственно, их можно вовлекать, ну, как минимум, на какие-то другие вакансии, если не на, там, условно говоря новые роли в том же профиле, на который вы им и предлагали когда-то давно. Там, или, допустим, просто расширение продуктового департамента, что бы то ни было. Да? А, значит, что здесь, друзья, можно сделать? Здесь можно выбрать а, sequence activity и выбрать различного рода статусы по типу а, не открыл, не кликнул, не ответил, а, ответил неинтересно, да, ответил интересно, а, ответил later и так далее откуда берутся вот эти вот стадии, да, это берется это из профиля кандидата, у каждого кандидата, просто как вы запустили на него рассылку, соответственно, существует статус, который вы можете ему, сейчас покажу, вот, да, то есть в данном случае рассылка еще идет, нам с вами нужно найти какой-то такой профиль, по которому эта рассылка уже остановилась, соответственно. О, вот, видите, в данном случае вот этот вот значок, он свидетельствует о том, что рассылка остановилась. Поэтому, если мы найдем, зайдем на этого кандидата, то здесь сразу будет «Reply status, да. И здесь у нас будет, будет призываться на основании того, что он ответил, установить его статус. И этот статус будет предложено выбрать из а, трех вариантов. Да? «Interested», «Not interested» и «Follow up later». Вот, соответственно, как только мы это здесь указываем, это таким образом вот отображается, и после этого это, соответственно, доступно для вас в проспект поиске, о котором я, собственно, и хочу, который я, собственно, и хочу вам сейчас показать. Да? То есть вот мы выбираем здесь, соответственно, sequence activity. Допустим, did not reply anytime, да, и Допустим, мы хотим, чтобы это было. Тут можно просто, можно отфильтровать вообще по проектам, по секвенциям, то есть заморочиться реально. А можно просто написать продукт и понять, да, что у вас в воронках 1378 кандидатов, которых вы пичили, которые содержат в своем в своих профилях ключевое слово продукт, да, и которые вам не ответили ничего. А, помимо этого, друзья, здесь есть отличный фильтр, который а, бывает такое иногда, что когда там в суматохе добавляется много кандидатов, да, еще джем, а, вот, вот, этот enrichment почт, который у него есть, он реально происходит как бы на таком, на on the back side, и, соответственно, а, иногда через время он находит почты, а вы уже всех запичили, и оно забывается. Так вот, тут есть очень удобный функционал, это sequence activity, а, did not sequence, да, то есть не отправили никакую рассылку. И вот здесь вот, друзья, спустившись вниз, has email address э, нужно выбрать available, да. То бишь мы говорим о том, что какие покажи мне кандидатов, у которых есть почта, но которым я не отправил ни одной своей рассылки, да. И таким образом мы видим, что таких кандидатов 496. Соответственно, здесь мы э, можем Указать, собственно, сколько кандидатов должно отображаться на странице, посмотреть их всех вот так вот, попересматривать, да, повыделять тех, кого нужно, и, допустим, либо зареквестить ревью, да, ну, пожалуйста, там, либо добавить в секвенцию, опять-таки, вот наша секвенция, созданная нами с вами, нюансы сорсинга, add to sequence и обратите внимание, да, вот такой вот режим, если мы хотим сразу создать секвенцию вот на вот этих вот всех людей, которых мы выбрали, да, вот и соответственно вот здесь вот эти все люди, у нас есть возможность с вами проверить на месте ли стоит информация, которая их касается, да, то есть, например, там first name, last name и так далее. Далее, нажав на next edit stages, вот здесь вот мы с вами получим возможность посмотреть, как письмо для каждого из респондентов будет выглядеть. То есть это ну, дополнительная дабл-чек, такой, да, проверка а, о том, как ваши письма будут выглядеть уже для конечного получателя. Вот, ну и соответственно здесь тут уже необходимо нажать Next Review and Configure, проверить эту всю информацию, вот и на, ну, нажать Save. Тут я уже этого делать не буду, потому что это реальная выборка, вот и соответственно, э, ну ребят, расстраивать такой секвенцией лучше не надо. И обратите внимание, теперь, когда мы зайдем уже в нашу с вами вновь созданную секв... А, ну нет, мы еще, видите, им не отправили, поэтому они тут, к сожалению, не отображаются. Но, тем не менее, да, то есть идея заключается в том, что отображаться они здесь, друзья, будут. Вот такие вот дела, друзья. М -м надеюсь, вам понравилось. Это было информативно, чуть даже... Я даже сам не ожидал, что настолько. Вот, надеюсь, это не было, а знаете, как оверхелминг. Вот, и вы э, вполне возможно, если сейчас не зашло в лайве, то вернетесь вполне возможно потом к просмотру этого видео, да, в холодный воскресный вечер или в теплый э, домашний воскресный вечер. Вот, и в спокойном, э, нужном для себя э, ритме, собственно, всю эту информацию заревьюете. Я еще любезно поставлю... На этом видео тайм-коды для того, чтобы вам было просто ориентироваться, и вы сразу могли а, перейти туда, куда вам нужно. Понять, а, что от вас требуется, собственно, питать информацию, да и двигаться дальше. Вот, а, друзья, если у вас будут вопросы по этому инструменту, задавайте их в комментариях к этому видео. А, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А, каждую пятницу в 16.00 выходит какой-то интересный стрим на котором мы либо сорсим вживую для любой из ваших вакансий, да, чего уж там греха таить, либо же презентуем вот такого рода инструменты, как джем, голосование за которое происходит у меня в канале, ссылка на который тоже есть в описании. Вот, я желаю всем хороших выходных, друзья, до встречи через неделю, пока-пока.